Итак, это вторая коробка, она уже покрупнее, но не факт, что лучше, потому что маленькая всегда в лучшем, или лучшая всегда в маленьком. Но не факт, мы не знаем, что здесь. Мы не знаем, что в этой коробочке, сейчас вскроем и посмотрим. Ох, предыдущая коробка, конечно, порадовала машинками для детей, конструктором для детей. Так. Здесь у нас курточка офигенная. Смотрите, какой мех, очень приятный мех. Прям огонь. Американская дюймовая рулетка. Это важно. Дюймы редкая вещь. Вот. Еще машинки и далматинец. Больше машинок, богу машинок. Так, колумбиевская курточка. А вот Колумбия, это уже круто. Причем, смотрите, с подстежкой. Я так понимаю, может быть, просто внутри кофта. А нет, это родная. Ничего себе, Колумбия рулит. Дальше, может быть, страшная вещь. Это кубик Рубика звезда. Ну ладно, едем дальше. Не могу достать, чтобы это ни было. Что это такое? Это ребенок становится и вот так вот прыгает. Будем исследовать этот момент. Это сложная вещь, сложная для понимания нас вещь. И бусинки раз. Что сделать дочки в этот раз? Что-то в секретном пакете. Это что-то made in China, судя по всему. Чтобы мы не заказывали с Алиэкспресса, для меня это заказали с Алиэкспресса, да? Что очень важно. На самом деле, пам-пам-пам-пам! Офигеть, сколько бусинок. Этого нам хватит, наверное, выезда на 3. Кахула. Кахула очень крутая дуэльная игра с прикольным атмосферным сеттингом. Едем дальше. Это, короче, набор головоломок. Это, я так подозреваю, в городе Пузил. Блин, головоломки, на самом деле, сложная вещь. Сложно. Будет маленькие крестики-нолики. Больше попыток. Попыты. Что там видели? Там есть попыт, браслет. Это круто. А эти не высыпались. Так, здесь лежит что-то еще. Ну, шарфик. Нет, не шарфик. Это колготки. У меня такие в детстве были. Далеки 90-х. Здесь спряталось у нас. Офигеть. Штаны, комбинезон. И здесь лежит еще штаны. Ну, тут я просто не хочу отвлекаться, потому что здесь лежит что-то еще. Сейчас мы с этого чего-то снимем вот это. И поднимем вот это. Друзья, там еще две одежды осталось, но это фигня все. А это 10 или 15 килограмм, черт побери, лего. Для лего-терапии. Причем, видите, цельный фургончик есть. Я хочу проводить для детей лего-терапию. Спид-рейсинг по лего. Огромное количество буквально всего. Это сразу дочку увидит, так подозреваю. Вот, лучше честно, карета, елки-палки, настоящая лего-карета. Кусок космического корабля, который я хотел когда-то купить от Звездных войн. Елки-палки. Спасибо огромное. Итак, вот такая вот у нас распаковочка. Спасибо еще раз огромное за такой подгончик. Все для детей, потому что никто кроме нас.